Одного человека жена, беременная, будучи беременной, захотела определенную еду. А эта еда, ну, нелегко ее достать. И муж говорит своей супруге: подожди, говорит, сейчас я попытаюсь достать. И пошел к своему шейху, своему устазу. И устазу говорит: устаз, моя супруга, она в положении и просит такую-то еду. Ну, помочь хочет, все-таки жена беременна. И шейх говорит: принеси мне тарелку. И в эту тарелку он справил нужду, то есть положил кал. И он говорит, он как бы говорит: что это как бы? Ну, говорит, иди отнеси к ней, говорит, это. И он отнес ей, и она поела, и она говорит: это было то, что я хотела.